Здравствуйте, товарищи. Непростое время мы с вами встречаемся. Мир опять на грани катастрофы. А что делать? Опять нам придется все спасти. Сложность низкая. Далтон, Хайла, Фиб и Моркель. Выбери породу. Филы — раса, известна исключительно развитым мышлением. Их гениальность непосредственно завязана на энергию ЦИ, усиливающую псионические способности псионики. Десятки. Ну что делать? Живучесть, сила, интеллект, а дальше не видно. Дальше не видно. А теперь видно, наверное. Моргель. Фил. А Моргель. Воплощение идеальной расы в результате эволюции форма и внешний вид доминируют над функциональностью. Для нас важен внешний вид больше, чем функциональность. О, Хайлы — развитая самовозрождающаяся антропоморфная раса. О, попа чешется. Гибриды, которых генетическая мутация сделала невероятно сильными и выносливыми. А, вот. А там живучесть, сила и с интеллектом не очень. Ловкость, харизма, интеллект, сила духа, энергия ЦИ, регенерация энергии. Здоровье, броня. А как насчет регенерации здоровья? Вот это мне всегда больше нравится, потому что нам не нравится зелье пить. Что это такое? Вечно такое. Мутации какие-то. Так, Рекс. Энергия ЦИ. Исключительно развитая антропоморфная раса. Гибрид. Маргинал с ровной структурой ДНК, благодаря которой они великолепны, приспособлены как к физическим, так и к умственным нагрузкам. И то, пожалуйста, вам. А хвостик какой? Подходящий хвостик. Ой, главное, хвостик какой. Так. Так, а костным нагрузкам. Далтоны. Самая примитивная антропоморфная раса. Гибридная ветвь, компенсирующая недостаток умственных способностей физической силы. А что здоровье такое ущербное? А где сила-то? А, вот сила. Зелененькая там. Сила зелененькая.
дал дроны. Так, и чё это? То что у нас это? Регенерация энергии. Случайно. Подтвердить. Настройка характеристик. Что, единица, что ли? Ай. А если ай? О. Живучесть. А здесь опять не видно. Ну ладно. Оп. Удача. Так, после удачи вероятность крита и шанс на добычу. Живучесть. Параметр живучесть определяет объем энергии и расход энергии на уровне здоровья. Непонятно, почему это назвали настройка характеристик, если они просто описание характеристик имели в виду. Примал. Примал. Чайна. Р. Ничего. Ничего. А, о. Оп. Оп. А у них что, не это, не того, что ли? Выйти мне. Так. Выйти меню. И... Ну... Вышли. Ура! Загрузить игру. Мать. Загрузить игру. Мозгу у них можно редактировать, интересно, или нельзя? И пока сыграют эту картошку, у нас есть уже. Чтобы не морочить себе голову. Голову, чтобы. Голова, два уха. 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 Так, что тут у нас? А. Ля-ля-ля. Чего? Чего здесь у нас? Здесь я. Взаимо действовать. Экипировать. Фу. Фу. Дополнение к оружию. Один. Один. А, дали. Экипировали. Будем. Это аптечка. Такие сумки содержат предметы, помогающие тебе исцеляться. Во время боя твое здоровье не восстанавливается автоматически. Для этого надо использовать расходники или найти другие способы исцеления. Это хреново. Но мы выбрали... А, мы неизвестно, что выбрали.
просто нам стукнуло сложность какую-то и выбрали обычный повернуть. Взять все. Так, меню быстрого доступа. Можно использовать повязку. Удерживая кнопку меню быстрого доступа 1. Так, аптечка какая натурально так выглядит вообще. Вообще такая аптечка хорошая. Так, это что? О, как мы умеем. Так, здесь ничего. Ничего. Жижос. Ой. Эй. Так. Не забывай парировать атаки. Вот это я не люблю. Парировать. И вот есть аптечки. А все остальное можно. Так, атаки. Когда над головой нападающих врагов сверкают значки молнии. Нажми Q. Q не нажать никак, идиоты. Это... Как его нажать? Ну как? Если короткий же этот, и какой палец это у нас безымянный. Но он не дотягивается. И натурально до Q не... Ну нахрена так делать, Q? Мне пришлось переделывать другой игрушки. Мы сделали вместо Q F. А вместо F Q. Так, где тут у нас? Ку-ку-ку-ку! Ой! Ну что это такое? А мы убежим просто и все. Идите в жопу. А, нет, не убежать никак. Ой, как мне все помер. Поражение. Последней контрольной точки. Надо уменьшить нам физиономию или сдвинуться. Так. Мы переместились. И чего? А. Да. Что тут у нас? Настройки. Управление. Ку-ку-ку-ку-ку. Включить бег. Чувствительность камеры. Контроллер. Причем контроллер? Мы же играем-то не с контроллером, а с людьми. Изменить значков контроллера. Что за бред? Чувствительность камеры. Мышь. А клавиатура где? Где клавиши-то клавиатуры? Придурки. Так, аудио, видео, назначение, может? Назначение, да. А где тут Q у нас? Q, во. А вот контроллер. Q. Так, парировать. Q. Перезарядка R. Уф, вон, фу. Супер, ушу. Ушу. Зарядка R. Парировать. А где Е тут? Ага. Взаимодействие. О, вот Q у нас будет взаимодействие. Это действие уже назначено на выстрел. Ты хочешь заменить назначение? Нет. Q. Нажал Q, оно переключилось. Взаимодействие. Так, а это у нас будет Е. Е. Так. Е. Р. Перезарядка. Так, а Р. Тут у нас F.
есть? Нет их. Их, а, волков, супер ушли, супер ушу. А, ну ладно, нормально. Так, век, ладно, все. По умолчанию выбрать. Не забывайте парировать. Не понял. Ой. А где у него? Что у него? Где у него молния-то? Ой. А чё он помер? Радиус-то. У павших врагов часто можно забрать предметы, выполняющий здоровый. Найди подсвеченного павшего врага и нажми Q. Не забывай использовать лечебные предметы, если тебя ранят. Чтобы открыть выбор предметов, нажми и удерживай один. Мародерство. Твое дело. Так, ку. Ку. О, а что это? Опять не видно. Так. Сдвинулись опять. Так, регенерация здоровья. Продолжительность 2. Пошли так. Щекотная помадка. Обычный. Уровень редкости. Настройка характеристик. Повернуть. О, повернуть. Так, взять все. R. Так, все что ли? О. Это. Оп, оп. Что это показывает? А, ку. Ой, это что такое? Тут еще, тут замедление. Ку. Помадка это. Взять все. Щекотная помадка. Ку. О. Обычная большая батарея. Регенерация энергии, продолжительность. Взять все.
из хрена не сожрешь. Крысятина. Ты крысятина? Или это шакалина? Шакалина. Ух ты, морда какая. Ну, какая морда. Симпатичная. Это я его создавал. Правда? Вот. Правда. Так, ладно. Мутант одной крови с ним. Ура! А еще что он может сделать? А вот это вот. А вот это ушу еще какой-то тут. Ушу. 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 Ушел. Ушу. Ушу. Нет. Это не ушу. Ну ладно. О. Ух ты. Ладно. Так. Если эти человека. Пиф-паф. Бокс. Справка. А это оп. Оп. А где? Вот зараза, а? И куда делся? Так. Так, а это? О. А, то он спрятался так. А как бы его достать-то? А смена оружия где? Да, здорово. В этом разделе можно менять. Снарягу и оружие. Менять. Снарягу. Круг значков показывает части тела, которые можно надеть, найденную или приобретенную у торговцев снарягу. Любимые предметы можно сохранить в меню нарядов. Снаряга. Любимые предметы. Броня, урон, автомат, костюм, снаряга, инвентарь. Снаряга, костюм. Это меню костюмов. Здесь можно создать и сохранять разные наборы снаряги. Далее. Так, снаряга. Снаряга — это снаряжение, что ли? Так, это, конечно, да. Так, автоматон. Автоматон. О, автоматон был с тобой всегда, с самого детства. Мощный коммуникационный устройством его делает обломок стародавних технологий. Но и у хроматронов есть кое-какие полезные свойства, функции, внешний вид. Фонарик, шприц с лекарством, планер, турель. Усилитель. Это пока у него нет. Так, назад. Назад. А. Так, внешний вид. Автоматон. Так, ладно. Система персонаж снаряга. Инвентарь. Автоматон. Снаряга. Как нечто нам достать? Ку-ку. Как нам нечто достать? Так, настройки, назначение. Рыкнуть, уклониться, бег. Уклониться, альт. Камера. Бой. Ближний бой.
выстрелить, тю-тю-тю-тю-тю-тю. Вон фу, супер ушу. Эх, парировать Е, выстрелить. Ближний бой. О, ближний бой. Взаимодействие, расходники, дальний бой, транспорт. Ближний бой 3. Ага, ближний бой 3. Быстрые способности. Меню, карта, журнал, персонаж. Ближний бой 3. Не понял. Не, непонятно. Ничего не понятно. Здесь ничего не спрятано. Щитоносец. Некоторые враги носят большие щиты. Это мы видели. В другой игрушке. Какой игрушке? Ну, в какой-то игрушке это видели. Вот недавно вот этот. Ганг что-то возвращается. Ганфайр или еще что-то. Когда он хочет ударить, он открывается и в этот момент нужно нажать этот энергетический шар. Хрясь такой и замер. Так, вот такому врагу. Чтобы нанести урон такому врагу, нужно для начала разбить его щит атаками ближнего боя. Далее. Но я говорил, что ближнего боя. Ой. Так. А как переключить-то? О. О. Так. 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 Ну. И. Господи. Что творит, а? Чего творит? Повышение уровня. Побеждая врагов и выполняя задания, ты получаешь опыт. Повышаешь уровень, при этом тебе дается 10 очков, которые ты можешь вложить куда угодно. В один из параметров персонажа. А также одно очко для разблокировки навыков в меню Вунфу и бонусов. Чтобы перейти в меню, нажми табуси, сикараси, бум, ой, табуси, оп, и спрятался, вот, надо прятаться, ку-ку, ты где? Ох, какие многослойные враги. Ого. Ты где? О, фонарик. А, вот этот с фонариком. Как его? Этот. Ну, как его? Кузнечик. Кузнечик с фонариком. Да. Ну, так Ку надо нажать. Ку нажали. Регенерация здоровья. Это стомато. Продолжительность. Взять все. Нет, не срабатывает. Так, надо выбираться как-то оттуда. Как он выбрал назад? Как он выбрал этот ближний бой? Как он выбрал? Троечка. Троечка. Ну и чего? Экипировать. Господи. Как нижний бой-то выбрать?
это выбрать. Это выбрать. Если это... Тяжка, симпатяшка. Графика потрясающая. Прелесть просто. Просто прелесть какая-то. Да. Так. Оп, оп, оп. Так, симпатяшка. Получить 3 артефакта для атрибута подземелья. Так. Повышение ранга. Раз. Дальше пошли. Раз, два. Дальше. Раз, два. Раз, два.
началось. Но это не начиналось. Четыре. Раз, два, три, четыре. 500. Так. Раз, два, три, четыре. 500. Так. Так. Раз, два, три, четыре. По уровню поверхности. Поверхности. Редкая. Шири майна. Шири майна. Шири майна. А, это по редкости опоранку. Опоранку. Раз, два, три, четыре. А, нам не хватает все равно. Так, клановые эти. Что тут у нас? Тут у нас поход на подземелье, тренировка. Героев. Еще тут у нас есть. Так. Что тут у нас еще? Ага. Можно собрать. Точно там дракон у нас напищукан. Так, а это сколько осталось? 10 часов. Так. Ага, дракон. Перейти. Понятно, все-таки как мне вынуть этот. А, вот.
видно. О. О. Так. И ку. Клешнелом. Взять клешнелом. А, вот. Кустодер. Клешнелом из старого мира. Обычный уровень редкости. Инструмент. Вернуть. Взять все. Насосная комната. Осмотреть дверь. Неужели я привык ку нажимать при взаимодействии? Я поменял, потому что там что-то... А, энергетический шар. Проще на Е нажимать во время боя, чем на ку. Я поменял их. Ку у меня взаимодействие в другой игре. А Е это... бить энергетическим шаром. Ку. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, какой малец хороший. А чё? Войти в трубу. Так. О. О. Эти. О. Видите, что творят. И оп. Вот и вот. Так же можно разбиться было. Пора выбирать чего-то там. Уровень повышен. А, характеристики можно выбирать. Так. Во. Ой. Колючий скок. Двойной. О. Уровень повышен. Оп. Оп. Ушу. Однако. И что там такое? Ой. Бить будут. Привет. Привет. Вот дает. Панда! Кунг-фу! Фу! Бекляксы. Это бекляксы. Поглощение бекляксы позволяет открывать мутации. Бекляксы можно получить, сражаясь с морками или обнаруживать в разнообразных по миру контейнерах. С помощью биоклякс можно в любой момент открывать особые способности в меню мутаций. Я не хочу, чтобы он мутировал. Пупсик. Пупсик. И чего? А где эти враги? Биоклякса. А где биоклекс-то? Мы взяли биоклекс. Тик. Ой-ой. Уть. Ну ладно. Так. Да это биоклекс. Нет. Ну ладно. Полезем наверх. Наверное, мы уже взяли биоклекс. Лекса! Бум! Вот как мы умеем.
грибочки. Грибочки съешь. Съешь грибочек. Как это они на этом, на бетоне. И на бетоне растут грибочки. Оп, эй, подает. Подает, что творит, а? Эй. Зачем ему мутировать? Он и так хороший. Сирач. Трах-трех. Ох. И чего? Так. Ку. Ну что, братва? Ух. Поиграем в кошки-мышки. Мутить вас всех. Так. Ку. Таксанок. Строил так называемый ковчег, чтобы спастись от надвигающейся гибели. Было слишком поздно. Из бортового журнала своего вида, тра-та-та. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти. Тра-та-та. Тра-та-та. Ага. Но похоже, ку. А, вот. 2-3. А что, 2-3? А 3 что? 3. Странно. А 2? А вот это вот. Так. Взаимодействовать. Ку. Ку. Так. Было слишком поздно, и из бортового журнала на оставшемся ковчеге мы знаем, что остальные отправились выше неба. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти новый дом для своего вида. Да. Ну ладно. Так, а это кто такие? А что, нам микроскоп не нужен, что ли? Вот эта кофеварочка симпатичная. Ну... с орехами. Ку. Два раза ку. О, сейчас будет прослушивать. Ку. Ага. Головоломки. Это головоломка. Они разбросаны по всему миру. Некоторые из них открывают новые пути. Решив остальные, ты можешь получить разные награды. Ходов осталось 10. Интеллект 24. Интеллект. Откуда интеллект у нас? Чтобы переключить на другой узел, используй ВС. ВС. Дубль ВС. Ну. Далее. Чтобы повернуть узел, нажми КУЕ. 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 Далее, это количество оставшихся повторов. Чем выше твой интеллект, тем больше ходов тебе доступно. Чтобы головоломка сложилась, все узлы нужно повернуть так, чтобы они оказались в правильном положении. Если ходы закончатся до этого момента, последствия могут быть не очень хорошими. То есть запрется. Перемещать. ВАСТ. Повернуть. КУЕ. КУЕ. Что? Ходов осталось 10. Она вообще не видна. Здесь. Из-за своей физиономии. И чего тут? Что тут делать-то? Что делать-то? Повернуть. КУ. В. Перемещать. В. Перемещать. В. Они что, издеваются, что ли? И что это?
Чего там должно сложиться? Ну, повернуть. Повернуть. О. Повернуть. Повернуть. Фу. Так. Соберись, тряпка. Совершено. О, круто. У нас мало данных о цепи событий, которая много веков назад привела к апокалипсису. Но все же ясно, что мир не был готов к такому. Их горнодобывающие эти отходы, не задумываясь о будущем, спросились на свалке, пока не закончилось место. Их большую ошибку. Ну так давно. Да, вот так вот. Во. А, туда. А. Ну ладно. Ничего. И что теперь делать? Все. И ой, холодная. И все погибнут. Из-за этого. Так. Оп. Ти-ти-ти-ти. Ку. Звук идет из этой двери. Предупреждаю, что эта коробка выглядит так, как будто способна чего-то того. Ку. Ку. Опять головоломка. Когда они что, издеваются над нами? Ну, ну сколько можно? Так, это желтенькое к желтенькому. А беленькое к беленькому. Повернуть. О. А желтенькое. А, передвинуть. Желтый, желтенькому, это беленькому, это желтенькому. Так. Тик. Вот это вот последнее. Но не по значению. Во. И чего? Вот так. Ладно. Не ожидали, что будет так тяжело сразу. Уровень повышен. Ну да. Авиаудар. Идеальная контратака оглушает врагов. У оглушенного врага над головой кружат звездочки. Если хочешь нападать ему так, чтобы он взлетел в воздух, нажми Ё. Ё-моё. Ой, какой симпатичный. Но ты же не будешь бить инвалида с ограниченными возможностями человека. А, я не понял. Так. А, не понял. Так. Ой. Это что такое? Тик. Ну что, все? Что такое? Так. Почему-то я... А, инвалид за нас, наверное. Тик. Вот, нападал.
деньги, деньги, деньги. Здесь все. Так. Все. Так, 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 так. О, ку. Большая батарея. Новый друг, старый друг, новые сюжетные чего-то там. Ой. О. Так вот ты какой, этот, того. Новый друг, старый друг, поговорить с уже с кисом, уже с кисом, уже с кисом. Говорит, что хочет отблагодарить тебя за помощь, уже с кисом. Помощь с падальщиками, уже с кисик. Он зовет себя уже скис, ясное дело, сильно просроченный. Просроченный. Он, похоже, не удивлен, что ты его не помнишь. Времени-то сколько прошло. Но так изменилось все. Все изменилось. Он слышал, что одноглазого Ронина видели за великой тра-та-та. Легенда про одноглазого дитя, выросшее в изгнании, старое и грустное. И гнусное. Это дитя. Шрам на память о чем? Это дитя могло быть кем угодно, но зло, от которого оно сумело бежать, оставило пример памяти. Оставило приметный шрам на памяти. На память о чем? Шрам. Ну, глаза нет, наверное. Повязка у тебя на глазу. Под ней же шрам, но и с ним он бы тебя оставил, ведь ты вылитая. Да. Нет сомнений, что ты и есть дитя. То, что Гриппус сделал в своей деревне, с твоим мумой, попселем, и это. Того. Далее. Он говорит, что больно много времени тебе понадобилось, чтобы вернуть прошлое, настоящее, и найти дорогу сюда. Но он благодарен. Он благодарен. Вскоре после нападения Союз распался. Ученики твои обрушились на землю, далее, уже скис. Уже скисем куда-то. Новый друг. Настройки диалогов. По умолчанию диалоги настроены на автоматический перевод от одной реплики нет к следующей. Если ты хочешь развивать диалог вручную, можно изменить это в настройках, настройки доступности. Настройки доступности. Автопрокрутка диалога. Автозавершение роликов. Автопрокрутка диалогов. Выключено. Автозавершение роликов выключено.
субтитры включены, размер шрифта субтитров большой, крошка, мелкий, средний, большой. Это большой, а это мелкий, да? Крошка, большой. Цвет субтитров белый, фон субтитров выключен, прозрачность фона, ну, не важно, он выключен. Так, ладно, escape, Shaolin. Майкл Джексон жив. Мне кажется, ей все равно. Кажется, я предупредил ее. Наверняка пусть ты этого и не помнишь. Далее, гаденда, гаденда, гаденда. Но мне больше нравятся картофаны. Я не верю в магию. Картофаны или Ноно? Это настоящее чудо. Они как-то связаны с этим деревцем. Их жизни зависят друг от друга. Картофаны и верю в магию. Так, магия, магия. Блеск. А. Новое сюжетное задание. Мы, конечно, не туда бежим. Да, не туда. Можно, конечно, посмотреть эту карту, но мы не ищем простых путей. Да. Бум. Бум. Я надеюсь, здесь можно плавать? Или можно помирать от этого? Хорошо плывет. О, все. Умер. Все. Поражение. Начать последние контрольные точки. Та-та-та-та-та. Пошуршать блеск травой. Хоть не нужно опять беседовать с ним. И то ладно. Так, о чем мы там занимались вот в этом, как его? О, чем мы занимались? Так, атака. Меткость и критический шанс. Вообще-то... Шанс на жизнь. Это комплект 4 штуки. Штуки 4. Так. Заново. Продолжить игру. Побежали. Что-то на двух ногах лучше бежит, чем на четырех. Пошуршим. 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 Чего? Шуршать? Ку. 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 Пошуршать в лес коровой. Ну и как шуршать? Шуршать-то как? Не понял. Фото режим на настройки.
слушаем. Интерфейс, табуляция, снять фото, сняли, и все для верности фото экрана. Выход, эскейп. Так, и пошел шат. Проходим. И здесь инвентарь-то. Настройки. Назначение. Камера. Лишний бой парирует. Перезарядка. Действие. Взаимодействие. Предспособности. О! Меню, карта, журнал, снаряга, инвентарь, персонаж, мутации, фоторежим, журнал, черт его знает где. Это же Джей. Понятно. Ничем не действует. Вот здорово. Настройки, назначение. Карта М, журнал J. Карта М. Не действует J. Не действует, инвентарь не действует. Потрясающе. И что нам здесь делать, непонятно, вообще непонятно. Нахрена мы сюда пришли? Так, это мы сюда пришли. Так, оп. И ничего. Оп. Ага, пошел шар. Ух ты, можешь гордиться, но не всякому показывают. Так, это... А ему удастся вырасти. Что такое пенсай? Так. Это нам нужно было правую кнопку мыши нажать, и тогда все получилось. Но очень это сложно все. Так, ку. Взаимодействовать. Ку. Он впечатлен тем, что ты управляешься сетью. Как ты управляешь? Как будто ты с рождения этим занимаешься. И сколько энергии нужно, где мне их найти? Он будет благодарен за любую помощь. Тут еще много но, которых нужно направить к корням пенсай. Тут он какой-то. Сросшийся пенсай. А Джей есть? Джей работает? Не работает. Круто. М не работает. Замечательно. Все замечательно. Господи. Что же он такой огромный-то? Так.
работает, какого черта? Шаолин. 18 шагов, 14 шагов, 12, 9 шагов. Ку. Ужас. Да, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, мы согласны. Нельзя было заставлять маму волноваться. Она интересуется только вунг-фу. И вунг-фу. Это воспоминание о деревне, которую, как всегда, угробил враг. Нехороший враг. Плохой. Так, далее, 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 далее. Мироеды, наконец. Конец времени. Мироеды, мироеды. Так, 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 так. О, а, карта, вот, карта. Слонофырк, слонофырк. Концу западного корня. Да, все. О, все. Так. Ну. Кинофырк. Кинофырк. А, это мироеды. Угу. Олигархи. Эти еще как его. Мокомолы. Эти. Топо. Топофырк. Ой, какой страшный. Ужас. Еще один фырк. Свинофырк. Губ. Наконец почти закончились работы по Фризихерхон. Машины, которая сможет. Ну, скоро. О, все. Ну, господи, да когда же это кончится-то? Свинофырк, как здесь мироедов. О, его друзья приготовили кое-что особенное для каждого мироеда. Почти готово. Все. Ну, слава богу. Вот. Удилище. Сеть. Инструмент. Аномальный. Аномальный инструмент. Взять все. Да. Конец мира. Новое сюжетное задание. Ура! Ура! Побежали. Все. Ок. Быстрее всего выбраться через крышу. Выйти из бункера. Уровень повышен. Ну и так далее. Нас ждет замечательный открытый мир. Древо жизни, тра-та-та, умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма. Запретить котам клизмы ставить, и все будет в порядке. Биомутант. Вот, все. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем повествование. Спасибо. Внимание! Так, фоторежим. Так. Снять. Уберите эту бляку. Ну. Все. Еще для верности.
отвлеклись на память. И всем привет. До новых встреч в эфире. Вы это того. Берегите себя, если что.